Студенты сегодня пробегают мимо храма. Аншлаг здесь случается во время сессии, когда помощь небес нужна как никогда. Молятся святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, в честь которых впервые в области 5 лет назад был заложен храм. Приходили, очистились, поговорили, то есть рассказали о своих проблемах, помолились о том, чтобы сессию хорошо сдать. То есть действительно говорили, что помогало. Сюда за помощью приходят и совсем отчаявшиеся молодые люди, которые не в силах побороть пристрастие к наркотикам и алкоголю. Служители храма в сотрудничестве с общественной организацией «Осознание» буквально с того света вернули десятки студентов, сидевших на игле. Мы говорим о том, что неизлечимых вещей не бывает, что человек должен иметь веру. В честь 5-летия освящения храма звучит Чайковский и молитва Мусоргского. Среди слушателей митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. С его легкой руки 13 лет назад началось сотрудничество епархии с вузом, а 5 лет назад появился университетский храм. Студенты, они уже нутром из-под воль чувствуют, что есть для них спасающая сила. Вот как вы сказали, бегут в храм, оказывается, как, может быть, так, отец ректор, почаще экзамен устраивать, чтобы через порог храма шли бы, еще слушали вот это вечное слово. На празднование 5-летия освящения храма пришел Валентин Морозов, прежний ректор вуза. Именно он стоял у истоков его строительства. На храме стоят замечательные колокола. Нам монастырь передал колокола от Боголюбовского старого храма. Старого храма, который был построен Андреем Боголюбовским. Недавно госуниверситет посетила официальная делегация из Палестины. Интерес вызвали научно-образовательные центры и лаборатории вуза. На самом высоком уровне обсуждается возможность обучения палестинцев в стенах Владимирского госуниверситета. Посол Палестины в Российской Федерации, он пообещал содействие к тому, чтобы на государственном уровне помочь для студентов-палестинцев обучаться на бюджетной форме обучения. 9 ноября в университете будут праздновать День преподобного летописца Нестора, автора всемирно известного труда 11 века «Повести временных лет». Владимирский госуниверситет выступил с инициативой внести этот день в календарь государственных праздников России как День историка. У исследователей прошлого до сих пор нет своего профессионального праздника. Ирина Начарова, Александр Мажаров, 6 канал.